Добрый день! Сегодня готовим курицу в духовке с картошкой. Курицу замаринуем час минимум до нашего приготовления. И потом будем ее готовить. Нам нужна курица, картошка. У меня здесь ложка сметаны и ложка горчицы перемешанная. Специи для барбекю, для шашлыков. Соль, перец. Разные соусы, что я нашла у себя, для картошки фрит и для сэндвича. Это типа майонез с кетчупом. Специи для курицы, паприка, провансальные травы и масло. Берем нашу курицу, солим ее везде. Солим, перчим. Добавляем все специи, чайную ложку всех специй. Этот маринад. И столовую ложку каждого соуса тоже. Вот так. Я беру на глаз, но вы смотрите по вашим специям и делайте по чайной ложке. Паприку тоже. Было сказать, нам нужно чеснок. Сейчас раздаем все в чеснокодавке. Упс. Курица обожает тоже чесночок. Это всегда вкусно. И можем все наши специи. Все наши соусы. Когда хорошо курица промаринованная, это всегда очень-очень вкусно. Эту нашу тоже сметанку добавляем с горчицей. И все перчим. И еще добавляем этих специй. И у нас курица получается божественно вкусно. И сейчас самое главное, берем нашу курицу и делаем ей массаж. Вот так все специи внутрь, всегда ее, везде ее так промазываем, чтобы она у нас хорошо пропиталась. Если она у нас хорошо пропитается, она будет очень вкусненькая. Вот так. Везде соус нужно положить, и потом курица получается очень вкусная, когда везде промаринуется. Это чесночок внутрь. Везде все положим и ставим мариновать минимум 1 час. Даже можно на всю ночь оставить мариновать, будет еще вкуснее. Вот так. И ставим мариноваться. Вот так. Наша курица промариновалась. Картошку я положу вниз. И курицу сверху. Жарим 200 градусов в духовке. Разогретую духовку ставим на 200 градусов. И каждые 15 минут переворачиваем курицу. Жарим все 1 час. Ложим нашу курицу на бочок. Жарим 15 минут и переворачиваем каждые 15 минут. Поливаем сейчас чуть-чуть маслом. Поливаем чуть-чуть маслом. И ставим в духовку. Каждые 15 минут переворачиваем нашу курицу. Моя курица готова. Приятного вам аппетита! И до скорой встречи на моем канале. И мои кабачки, которые были в прошлом рецепте, вот оно все вместе. Готовим вместе, подписываемся на мой канал, ставим лайки. И до скорой встречи!
подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи с новыми рецептами.